Коничевашеньки, друзья! Рада вас приветствовать на канале Холи Лоли. И сегодня я сразу хочу вам такой задать вопрос. Скажите, на что вы готовы пойти, чтобы выглядеть привлекательней? Потому что японцы и другие азиаты готовы на очень многое, иногда даже на такие страшные и опасные вещи, о которых я вам сейчас расскажу. Давайте поговорим о том, что такое красота по-японски и какие ужасные последствия могут поджидать, если постоянно гнаться за идеалом. Светлая кожа – это главное условие японской красоты. Именно светлый, такой фарфоровый оттенок кожи играет ключевую роль во всем образе японца. И даже если человека не наградила природа какой-то особой красотой, выразительными чертами лица, если он обладатель белоснежной кожи, то все недостатки уйдут на второй план. Почему, собственно, так? Еще с давних времен так пошло, что крестьяне, которые много работали на полях, и они находились под солнцем, и начали иметь такой смуглый, загорелый оттенок кожи. А люди из высшего общества, которые постоянно ходили под зонтиком, которые в полях не работали, они имели белый, такой фарфоровый оттенок кожи. Так и сейчас, если у японца престижная работа в офисе, он постоянно сидит, работает, значит, у него хорошая зарплата, и он не может, собственно, загореть. Поэтому до сих пор вот эта белая фарфоровая кожа – это признак какого-то такого, не знаю, высшего класса, высшего общества, и до сих пор очень ценится у японцев. В любой косметической марке вы найдете средства для отбеливания кожи, от масс-маркета до люкса. Японцы круглогодично используют солнцезащитные крема и гели, а летом так это вообще все скупают такие длинные перчатки, лосины с SPF-фильтром, девушки все носят зонтики, на пляжах носят все балаклавы и закрытые обязательно купальники. В общем, я сколько вижу японок, они максимально летом просто только одни глазки видать и все, то есть прячутся под всеми возможными средствами и тканями, только чтобы не загореть. А когда японки узнают, что наши девушки ходят в солярии, чтобы загореть, они мысленно просто падают в обморок. Идеальные черты лица, по мнению японцев, очень отличаются от наших стандартов. Здесь в моде baby face. Чем меньше острых углов, тем лучше, а морщин вообще японки боятся как огня. Но об этом подробнее я рассказала во второй части этого ролика. Пожалуйста, досмотрите это видео и бегите сразу смотреть вторую часть. Японки обожают контрасты, им очень нравятся маленькие лица и большие головы. Всему виной аниме и манга, где четко прослеживается этот тренд. Японки используют всевозможные приемы, чтобы уменьшить контуры лица и сделать голову визуально больше. Среди популярных способов это специальный скотч для уменьшения контуров лица, когда делаешь макияж, и особый бандаж для коррекции скул и подбородка. А для еще большего контраста здесь очень часто делают такие большие объемные прически, чтобы голова казалась больше, а лицо меньше. Если японец скажет вам, что у вас очень маленькое лицо и очень большая голова, то не удивляйтесь и тем более не обижайтесь. Таким образом, вам хотели сделать комплимент. Ну а сейчас я хотела бы рассказать такую, знаете, жуткую историю о том, как влияние общества и стандартов красоты может разрушить человеческую жизнь. Это реальная история о кореянке Хан Хэ Кён, которая стала зависима от уколов красоты. И эта зависимость чуть ли не стала ее смертью. Приговором. Девушка родилась в 1962 году в Южной Корее. Знаете, нужно отметить то, что она была необычайно красива и всегда располагала людей к себе. А еще, помимо внешних данных, она прекрасно пела. Кореянка поняла, что ее внешность в совокупности с красивым сильным голосом может стать золотым билетом в хорошую жизнь. В 90-х годах вся музыкальная индустрия Азии в основном развивалась в Японии. И поэтому девушка решила построить свою карьеру именно здесь. В Токио девушка смогла успешно записать свой первый сольный альбом. Но до той дикой популярности и бешеной славы было, конечно, еще далеко. Поклонники восхищались ее красотой и называли девушку азиатской Брук Шилдс из-за сходства с западной знаменитостью. Сначала Хэ Кён была в восторге, ежедневно получая столько комплиментов. Но когда девушка поняла, что это все касается исключительно ее внешности, она захотела стать еще красивее. Нужно заметить то, что в это время девушке уже было около 30 лет, и она очень переживала из-за тех возрастных изменений, которые начали с ней происходить. Что будет, если у нее появятся морщины? А что станет с любовью фанатов, если она не будет так же красива, как и раньше? Вот эти все мысли и другие привели девушку к пластическому хирургу. Он посоветовал уколы ботокса, так как не считал, что ей нужна пластика. Хэ Кён сделала первые инъекции ботокса и через неделю опять пришла к этому же специалисту и говорит: «Хочу еще новую порцию уколов, чтобы быть красивее». Специалист объяснил ей,
что так часто ботокс колоть нельзя, но девушку было уже не остановить. Она нашла другого, нелицензированного косметолога, который делал ей абсолютно все процедуры, которые пожелает кореянка. В итоге все свои заработанные деньги девушка начала тратить на то, чтобы улучшить себя, как она считала. Но со временем денег стало не хватать. И новый косметолог порекомендовал Хекён новый препарат, который находился еще на стадии испытания, но стоил в разы дешевле. Хекён, не думая, согласилась. После нескольких процедур лицо Хекён стало очень сильно отекать. Фанаты испугались за девушку и стали ее подозревать в частых посещениях косметолога или пластического хирурга. Певица отрицала любые вмешательства. В это же время карьера девушки пошла на спад, и ей пришлось вернуться в Южную Корею. Денег на косметологические операции девушке не хватало, и кореянка от этого очень сильно страдала, потому что она считала себя красивой только тогда, когда на постоянной основе вкалывала себе что-то в лицо. Тогда Хекён решилась на крайние меры. Однажды вечером Хекён наносила на лицо увлажняющий крем. А что будет, если вот этот крем ввести себе внутрь, под кожу? Он же ведь увлажняющий, значит и эффект будет глубже, подумала она. И она сделала себе эту инъекцию. Ей не составило это труда, ведь она постоянно видела, как это делает косметолог. И с тех пор она стала думать, что же можно еще ввести такого под лицо, чтобы выглядеть лучше и красивее. Следующим стало соевое кухонное масло, но и этого оказалось певице недостаточно. Певица подумала, что ей нужно что-то долговечное, чтобы эффект продержался как можно дольше. И тогда она нашла силиконовый герметик, который используют при строительстве, и цемент. Если вы думаете, что вколоть в лицо себе цемент невозможно, то девушка доказала обратное. Вот как выглядела Хекён после всех тех манипуляций, которые она сделала над собой самостоятельно. Это очень пугающий пример того, как стандартные красоты могут повлиять на сознание человека. Вы знаете, удивительно, что после всех этих экспериментов она вообще выжила. К счастью, ничего из вышеперечисленного не попало ей в кровь. Но даже после пластической хирургии, на которую решилась Хекён, лицо девушки никогда не смогло вернуть в то прежнее состояние. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А я, честно говоря, была в ужасе от увиденного и от осознавания того, на что готов вообще пойти человек, чтобы соответствовать каким-то стандартам, чтобы его очень сильно любили, не знаю, ему чуть ли не поклонялись, что ли, и очень искренне жалко эту девушку. А теперь давайте обсудим, какой должна быть фигура настоящей японской красавицы. Азиатки просто помешаны на стройности. Японки яростно сражаются с лишним весом, считая его не просто вредным для здоровья, но еще и эстетически непривлекательным. Большая часть японцев имеет худощавое телосложение, и увидеть полного японца, вы знаете, достаточно сложно. Но, как говорится, нет пределов совершенству, и японки стараются убрать лишние сантиметры там, где они даже и не совсем лишние, я бы сказала. Наверное, большая часть населения мира считают ягодицы самой сексуальной частью тела, например, в женской фигуре. Многие ходят в спортзалы, фитнес-залы, занимаются, качаются, чтобы вот попа выглядела более упругой и накачанной. Но только не японки. Японки считают, что вот задняя часть, она должна быть максимально плоской. Они считают, что большие бедра выглядят непривлекательно и свидетельствуют о лишнем весе. В силу этой помешанности на стройной фигуре в Азии появились достаточно такие опасные тренды, которые заставляют комплексовать не только девушек в Азии, но и в принципе девушек по всему миру. Особенно остро это касается подростков, чья психика еще не окрепла. К примеру, несколько лет назад появился челлендж под названием «Листа 4». В чем, собственно, суть этого челленджа? Давайте покажу. Суть в том, чтобы сделать фото с листом формата А4, держа его вертикально напротив талии. Если талия не видна за листом, то девушка достаточно худая. А если листок не перекрывает талию полностью, видите, вот как у меня, значит, нужно вешать на холодильник замок. Вот смотрите, какая должна быть худенькая азиатка, худенькая талия. Вот моя талия 64 сантиметра. Я не знаю, как-то в зеркало смотрю по одному, через камеру по другому, но у меня бока достаточно такие торчат с под этого листа. И вот что делает этот, собственно, челлендж? Он заставляет девушек, еще девочек, подростков не есть, то есть как бы следить очень сильно за фигурой, чтобы вот максимально вот эта часть была очень-очень тонкая,
тонкой, и чтобы все худели, вот такой вот прям массовый, не знаю, массовый тренд, я просто не хочу какое-то слово назвать, так, не такое, что думаете по этому поводу, напишите. Или, к примеру, еще есть одна азиатская проверка на стройность. В общем, нужно взять помаду и поставить на ключицу, где у меня вот здесь ключицы, и они должны настолько сильно выпирать, чтобы вот здесь помада удержалась и не свалилась. Она, естественно, у меня не держится, потому что, ну, как бы, я, в принципе, считаю себя худой, но, наверное, недостаточно худой по азиатским стандартам и параметрам, потому что у меня ни помада не стоит, ни листа 4. Но вы знаете, я считаю, эти все тренды нужно запретить, вот если они вредят чему-то здоровью, и, как бы, мне кажется, это какой-то массовый психоз, мы гонимся за тем, не понимая, не осознавая то, что это очень вредит. Я за те челленджи, которые, не знаю, поднимают настроение, которые никому не вредят, которые как-то могут, не знаю, прокачать наши мозги в чем-то, но никак не заставят как-то себя чувствовать каким-то ущемленным и неполноценным. Как ни странно, но в Японии еще очень милым считается косолапие. То, что у нас вызывает изумление, для японцев это верх кавая. Самые кавайные девушки обязательно косолапят, приближая тем самым свой образ к образу куклы или девушки-подростка. А еще один новый и модный тренд – это кривые зубы. Представляете? Нет, конечно, ничего не имею против, если у человека кривые зубы. У меня раньше тоже были кривые зубы, но я носила брекеты, чтобы это как-то исправить. Если кому-то так комфортно, это ок. Но меня правда удивляет то, что некоторые японцы готовы искривлять свои ровные зубы, или они часто берут и подпиливают клыки, чтобы улыбка стала похожей на вампирскую. Дорогие девушки и мужчины, я хочу вам сказать, что как бы банально это ни звучало, но мы с вами все абсолютно прекрасны, у нас у каждого есть какая-то своя изюминка, и нужно в первую очередь, конечно, полюбить себя, потому что как бы ты ни старался кому-то там соответствовать, каким-то стандартам красоты, все равно найдутся люди, которые раскритикуют, ему не будет нравиться то, что даже у вас будет идеально, но все равно они скажут, что что-то у вас не так, поэтому нужно иметь свое мнение, ценить и любить себя, чего я вам и желаю. Друзья, всем огромное аригатошенька за просмотр. Я вас жду прямо сейчас во второй части продолжения этого ролика. Пожалуйста, пишите там комментарии, смотрите, ставьте лайк и до встречи в новых видео. Пока-пока!